Все о платежной системе Perfect Money. В данном видео я буду рассматривать данную платежную систему с точки зрения использования для инвесторов. То есть, насколько она интересна, удобна и практична для начинающих и опытных инвесторов. Именно с позиции инвестора мы максимально подробно рассмотрим данную платежную систему. Итак, что есть платежная система Perfect Money, что она из себя представляет и так далее. Значит, данная платежная система из себя представляет просто веб-интерфейс, скажем так. То есть это не какая-то программа, которую нужно скачивать, устанавливать, либо что-то еще. То есть для того, чтобы начать пользоваться данной платежной системой, вам нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте Perfect Money, у вас будет свой кошелек, в который вы можете ходить из любого компьютера, с любого ноутбука, планшета и прочего устройства. Вам не нужно каких-то дополнительных там программ, скриптов, ключей каких-то или чего-то еще. То есть просто зашли на сайт, нажали кнопочку «Вход», ввели свой логин, пароль, попали в свой кошелек. Все, после этого вы можете осуществлять переводы, вводы, выводы, все, что вам необходимо. Это первое преимущество данной платежной системы для инвесторов. Второе преимущество – это то, что ваши финансы, которые находятся в платежной системе Perfect Money, они нигде не фигурируют, не отображаются ни в каких финансовых и налоговых органах, потому что это офшорная, в общем-то, организация, и все, что находится на этой платежке, об этом ваши работодатели, ваши финансисты, ваши банки не обладают этой информацией. То есть это сугубо офшорная компания, и деньги все хранятся на офшорных счетах. Вот поэтому даже если вы где-то работаете в налоговой службе, либо где-то в госорганах, который вам не позволяет заниматься какой-либо коммерческой деятельностью в интернете, поверьте, достать информацию о том, что у вас деньги лежат на платежной системе Perfect Money, им будет крайне-крайне непросто. Поэтому если вы опасаетесь за то, что где-то вас могут засечь, то, что вы занимаетесь чем-то в интернете, какими-то финансами, то здесь можете быть абсолютно спокойны. Это офшорная организация, и никому она, по сути, не отчитывается. Для чего вообще нужна платежная система Perfect Money? Понадобится она вам, может, собственно, для различных интернет-операций. Ну, к примеру, если вы работаете с инвестиционными проектами, то это платежная система номер один, которую первым делом всегда подключают инвестиционные проекты, компании, фонды, хайпы, матрицы и прочие, скажем так, проекты. Вот, поэтому, если у вас нету кошелька Perfect Money, то заниматься инвестированием вам будет очень и очень непросто. Я бы даже сказал, наверное, невозможно. Поэтому, если вы хотите начать инвестировать свои деньги куда-либо, то первым делом вам нужно зарегистрировать кошелек Perfect Money. Без него никуда. Почему именно эту платежную систему используют различного рода инвестиционные проекты? Ну, во-первых, то, что она легко просто подключается, не требует никаких дополнительных документов, чего-то еще. И третье, то, что деньги, которые находятся на кошельках данной системы, они, как я уже говорил, нигде не фигурируют, ни в каком органе, никто не знает, какие суммы у вас на этих счетах, в этих кошельках. Это основные преимущества, почему используют инвестиционные проекты именно платежную систему Perfect Money. Вот поэтому на сегодняшний день это платежка номер один, которую вы должны иметь в своем арсенале. Если рассматривать данную платежную систему с точки зрения безопасности, то не скажу, что эта платежная система обладает сверхбезопасностью, но если оценивать ее по 10-бальной шкале, то 8 баллов можно ей свободно дать. То есть безопасность у нее находится, скажем так, на хорошем уровне, но все-таки есть некоторые моменты, где она может улучшить, скажем так, стать еще лучше. Для того, чтобы улучшить систему безопасности в данной платежной системе, внутри аккаунта есть соответствующие настройки, благодаря которым вы можете повысить безопасность ваших кошельков и вашего личного кабинета в данной платежной системе. Итак, коль это платежная система номер один, которую вы должны иметь в своем инструментарии инвестора, давайте перейдем к регистрации вашего первого кошелька в
платежной системе Perfect Money. Для того, чтобы зарегистрироваться в данной платежной системе, вам необходимо перейти на сайт данной платежки. Вы это можете сделать, нажав на ссылку прямо под этим видео. Нажимаете на нее, переходите на сайт, далее регистрация и заполняете открывшуюся форму своими личными данными. После того, как вы заполнили данную форму своими реальными данными, вам необходимо нажать на кнопку «Регистрация». А прежде чем нажать на кнопку «Регистрация», поставьте галочку «Я ознакомился и согласен с условиями обслуживания». Далее нажимаете кнопку «Регистрация». Регистрация аккаунта успешно завершена. Обращаю ваше внимание на то, что у меня почему-то несколько раз система не приняла e-mail-ящик именно от Google, то есть который оканчивается gmail.com. Я пробовал два разных ящика, и почему-то у меня не получалось. Когда попробовал Яндекс ящик, у меня регистрация прошла нормально. Поэтому если вы столкнетесь с данной проблемой, то попробуйте заменить ваш email ящик на какой-то другой. Вот, возможно, у данной платежной системы возникли какие-то разногласия с почтой Gmail. Ну, идем дальше. Система нам сообщает о том, что на наш электронный ящик выслано письмо с указанием ID клиента. Нам необходимо его использовать для входа в систему. Смотрим еще раз наш почтовый ящик. Видим, тут первое письмо пришло, поздравление, я так понимаю, от платежной системы. И второе письмо с указанием ID. Your personal member ID. Вот этот ID вам нужно сейчас сохранить обязательно. Пароль, который вы вводили при заполнении формы, я надеюсь, вы еще не забыли. Вам его также нужно записать куда-то и сохранить. Это ваш ID. Прямо можете написать вот так ID. Вам он будет необходим постоянно при каждом входе. Сохраняем наш ID. Также у нас есть здесь ссылка, которую можем использовать для приглашения людей. Можете ее также скопировать и в дальнейшем использовать. Теперь переходим обратно на сайт Perfect Money, нажимаем кнопочку «Вход» и пробуем войти в наш личный кабинет. Значит, копируем наш ID, вставляем его, вводим пароль, который мы вводили минуту назад при заполнении регистрационной формы. Далее код с картинки. И нажимаем кнопочку «Логин». И мы попадаем в наш личный кабинет. Добро пожаловать в ваш аккаунт. Используется ваше имя. И если это так, значит, вы успешно попали в свой аккаунт. Значит, сразу к чему здесь хочется перейти, так это к настройкам безопасности. Видим, что текущие настройки безопасности у нас стоит только, скажем так, один пункт из четырех возможных. Вот, вы можете добавить здесь SMS-авторизацию, можете использовать дополнительно кодовую карту и APA. Вот, лично я считаю, что вам будет достаточно даже SMS-авторизации, если вы хотите улучшить безопасность вашего кошелька. Но в случае, если здесь у вас будут десятки тысяч долларов храниться, то, возможно, есть смысл подключить также и кодовую карту. Для того, чтобы изменить эти настройки безопасности, вам необходимо нажать на кнопочку «Изменить настройки», после чего вы попадете в раздел «Редактирование вашего профиля». Здесь есть у нас вкладка «Безопасность». Далее «Изменить параметры безопасности». Вот. И здесь вы можете включить ту функцию, которую вы хотите. Можете включить SMS-авторизацию, либо кодовую карту. Но для начала я рекомендую вам хотя бы научиться пользоваться SMS-авторизацией. Если ее подключите и вас будет все устраивать, тогда уже можете перейти к кодовой карте. Вот. Но я лично не использую SMS-авторизацию, а мне достаточно первоначальной настройки безопасности. Это проверка подлинности пользователя. Меня это все устраивает. Но если же вас это не устраивает, я вам сказал, что нужно делать. Возвращаемся в мой аккаунт на главную страницу и знакомимся с личным кабинетом.
Значит, в данной системе есть три типа кошелька. Это троицкая унция золота, скажем так. Это долларовый кошелек и кошелек евро. Также вы можете добавить какой-то другой счет. К примеру, создать кошелек биткоинов. Создать еще один кошелек золота, евро и доллар. То есть вы можете использовать два или даже три кошелька. После того, как вы разобрались с настройками безопасности, определились с тем, сколько вам нужно кошельков и какие они у вас должны быть. Для начала, я думаю, вам будет достаточно и тех, которые у вас есть сейчас. То есть это один кошелек долларовый, один евро и один золото. А вот после того, как вы решили эти два вопроса, вам необходимо перейти к третьему вопросу, который не менее важный, чем первые два. Это верификация вашего аккаунта в платежной системе Perfect Money. А для чего она нужна? Ну, во-первых, она нужна для того, чтобы у вас была меньше комиссия при транзакциях, при переводе и при получении. Точнее, при получении комиссии, по-моему, никакой нету, а вот при переводе с вашего кошелька куда-либо взимается от 1 до 3% комиссия. Поэтому, чтобы эту комиссию уменьшить до 0,5% от суммы перевода, вам необходимо пройти верификацию в данной платежной системе. Для этого вам необходимо будет отправить свои личные документы, для того, чтобы служба верификации провела проверку подлинности вашего кошелька. Для того, чтобы перейти к верификации вашего кошелька, вам необходимо нажать на вкладочку «Настройки». Далее опускаетесь вниз, и внизу слева вы видите только пункт «Как верификация аккаунта». Нажимаете «Управление верификацией». Состояние вашего счета не проверено. 0 из 3. Вот нам необходимо, чтобы было 3 из 3. Итак, первый этап – верификация имени. Perfect Money сравнит ваше имя и имя в профиле вашего счета. Любые изменения на вашем счету приведут к потере статуса «Имя верифицировано». Требуется отсканированная копия документа, удостоверяющего вашу личность. То есть это может быть либо паспорт, либо водительское удостоверение, либо какой-то другой документ, где указано ваше имя. А для этого вам необходимо отсканировать этот документ, загрузить на компьютер, далее выбрать файл, выбираете этот документ, открыть, после чего нажимаете «Загрузить». Вот проходит где-то буквально 10-20 секунд, данный документ загружается, и вы переходите ко второму шагу. Шаг номер два. Верификация адреса. Perfect Money сравнит ваш адрес с адресом, который вы указали в профиле вашего счета при регистрации. Любые изменения адреса. Так, ваш документ отправлен, хорошо, возвращаемся обратно. Итак, любые изменения адреса приведут к потере данного статуса. Что от вас требуется? Отсканированная копия вашего счета за коммунальные услуги с вашим именем и адресом, напечатанными на них. Счетами за коммунальные услуги является счет за воду, газ или электричество, отправленный на ваш адрес проживания вашей местной обслуживающей компании. Значит, просто берете счет за коммунальные услуги, сканируете его, загружаете на ваш компьютер, далее выбрать файл, выбираете данный документ, открыть и нажимаете на кнопочку «Загрузить». Проходит 20 секунд, документ загружается, вы возвращаетесь к данному меню и переходите к шагу номер 3. Шаг номер 3 – это верификация телефона. Perfect Money сравнит ваш номер телефона с номером телефона в профиле вашего счета, который вы указали при регистрации данного аккаунта. Лично я номер телефона не указывал, но ничто вам не мешает прямо сейчас его указать в настройках вашего профиля. Проверка телефона недоступна до тех пор, пока все остальные проверки не завершены. Значит, нам нужно дождаться, пока первые две проверки завершатся. Это займет где-то буквально от 3 до 5 дней, после чего вы переходите к шагу номер 3, верификация вашего телефона, вводите ваш телефон в профили и, соответственно, проходите данный пункт верификации. Далее, следующий шаг, как совершать внутренние переводы при помощи системы Perfect Money. Данную операцию я вам покажу на другом моем кошельке, видим, что на балансе у меня есть $167.
Вот, и мне необходимо сейчас перевести деньги на другой кошелек, вот на этот номер кошелька. Для этого я перехожу в раздел «Внутренний перевод». Далее выбираю тот кошелек, который мне нужен. В моем случае это долларовый кошелек. Я нажимаю «Единичный платеж». Я здесь указываю сумму, которую я хочу перевести данному человеку, номер его кошелька. Описание можете добавить, к примеру, частный перевод. Можете также данный платеж отправить с кодом протекции. Поставите здесь галочку, укажете срок протекции, код протекции, и, в общем-то, человек сможет получить данную денежку только по коду протекции, который вы ему сообщаете. Вот, но на моем случае я не буду использовать перевод по коду протекции, я буду использовать обычный перевод. Далее нажимаю «Предпросмотр платежа». Здесь вы можете еще раз проверить данные отправителя и данные получателя. Видим, что на верифицированном кошельке комиссия составляет всего лишь 0,5% от суммы перевода. Проверяем еще раз данные. Сумма, наш получатель, вот его логин или по-другому название кошелька. И нажимаем на кнопочку «Отправить деньги». Транзакция 100 USD отправлена на данный кошелек, успешно завершена, номер транзакции и, в общем-то, и все. То есть вы успешно перевели деньги вот этому человеку. После чего вы можете совершить еще один перевод, нажав на кнопочку «Совершить еще один перевод», попадаете в это же меню, вводите здесь сумму, которую вы хотите отправить, номер аккаунта, на который вы хотите отправить данную денежку, комментарий, предпросмотр платежа и так далее. Рассмотрим последний пункт в данном видео, это ввод и вывод Perfect Money. Когда вы начнете работать с кошельком Perfect Money, у вас будет две основные задачи. Это где получить Perfect Money, то есть как их завести на свой кошелек Perfect Money. И второй вопрос, который вам нужно будет постоянно решать, это как вывести Perfect Money на другой кошелек, на другой счет, на другую платежную систему. Давайте рассмотрим по порядку. Значит, вот как ввести Perfect Money на ваш кошелек долларовый, либо евро, либо золото. То есть как получить Perfect Money на этих кошельках. Значит, здесь есть два варианта. Первый вариант – это использовать внутренние сервисы самой платежной системы. И второй вариант – это использовать обменники, которых в интернете сегодня очень даже много. Рассмотрим первый вариант – это использование внутренних систем и сервисов в платежной системе системы Perfect Money. Значит, вот, нажимаете на вкладку «Вот», и здесь система Perfect Money перечисляет варианты, при помощи которых вы можете ввести Perfect Money на свой кошелек. Значит, первый вариант – это банковский перевод, минимальная сумма пополнения $300. Второй вариант – это через ваучер, ну, в общем-то, не очень распространенный вариант. Третий вариант – это обменные пункты партнеры, то есть вы можете с ними более подробно ознакомиться, нажав на эту ссылку. Просмотрите здесь все обменные пункты, которые работают с платежной системой Perfect Money. Их здесь достаточно много, вот, но основной их недостаток – это то, что большинство этих платежных систем, они зарубежные. То есть это для русскоговорящего человека не очень-то удобно. Далее рассмотрим следующий вариант, это у нас биткоины, и последний вариант это кредитная биржа. Здесь вы можете занять необходимые денежные средства и предоставить кредит другим пользователям под проценты. Тоже рабочий, но не очень удобный вариант. Самый оптимальный вариант это банковский перевод, либо обменные пункты. Но обменные пункты, опять же, минус то, что они зарубежные. И если возникнут какие-то проблемы, то общаться с англоязычной службой поддержки будет не так удобно. Поэтому переходим мы сразу ко второму варианту пополнения нашего кошелька Perfect Money, это через онлайн-обменники, причем русскоязычные. Найти больше всего сертифицированных, проверенных и качественных обменников вы можете на мониторинге Best Change. Для того, чтобы попасть на этот мониторинг, вы можете нажать на ссылку также под этим видео и попадете на мониторинг обменников
интернет-пространство, скажем так. Суть этого мониторинга заключается в том, что он собирает топовые онлайн-обменники со всего интернета, проверяет их на качество и честность, скажем так, и если они прошли проверку, прошли сертификацию, то он их добавляет, скажем так, на эту площадку. Тем самым, пользуясь обменниками, которые вы найдете на мониторинге BestChange, вы можете быть уверены, что ваши деньги дойдут до получателя и придут к вам на кошелек. То бишь, это проверенные ребята, ответственность за которых несет сам мониторинг BestChange. Ваша задача – пополнить ваш кошелек в Perfect Money. К примеру, у вас есть WebMoney. Да? К примеру, WebMoney – доллары. Вы выбираете в левой части WebMoney – доллары, в правой части получить Perfect Money – доллары. Здесь у вас высвечиваются все платежные, точнее, все обменные пункты, которые работают по данному направлению. Можете отсортировать по курсу, то есть у кого самый выгодный курс. Видим, что VLTPay на сегодняшний день самый выгодный курс. За 1 ВМЗ вы получаете практически 1 Perfect Money. Аналогичным образом вы можете найти и другие направления. К примеру, у вас деньги лежат на карте Сбербанка. Вы выбираете в левой части Сбербанк, в правой части Perfect Money USD. Вам высвечиваются все онлайн-обменники, работающие в данном направлении. Вверху находится, как правило, те, у кого курс самый выгодный. Видим, вверху вы получаете 1 Perfect Money в долларах за 72,9 рубля, а внизу курс 79,8 практически рублей. Вот. Конечно, мы выбираем самый верхний обменник, переходим на него и оформляем данную операцию. То есть здесь уже вы работаете конкретно с обменным пунктом. Переходим теперь ко второму варианту, как вывести ваши деньги с Perfect Money. К примеру, вы заработали какую-то сумму в инвестиционном проекте, либо вам кто-то перевел деньги на Perfect Money и вы хотите их обналичить, либо вывести на пластиковую карту Сбербанка, Альфа-банка, либо, в общем, на какую-то другую платежную систему, либо счет, который для вас является более доступным, более удобным и приемлемым. Значит, первый вариант, опять же, вы используете внутренние сервисы платежной системы Perfect Money, нажимаете на вкладочку «Вывод», и здесь мы видим практически те же самые способы вывода Perfect Money, что и ввода. То есть это банк, ваучеры, электронные деньги, сертифицированные обменные пункты, биткоины и кредитная биржа. То есть можете использовать их, если для вас это удобно, либо, опять же, второй вариант, вы переходите к обменнику, точнее к мониторингу онлайн-обменников BestChange, выбираете в левой части Perfect Money USD, а в правой части ту платежную систему, на которую вы хотите получить эти деньги. К примеру, это у вас будет VTB24. Выбираете VTB24, и у вас здесь отображаются все обменные пункты, работающие в данном направлении. Вверху расположены самый выгодный курс, внизу самый, скажем так, невыгодный курс. Выбираете данный обменник, переходите на сайт этого онлайн-обменника и оформляете перевод. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам рассказать в данном видео. Думаю, проблем с вводом и выводом Perfect Money у вас не возникнет, потому что на мониторинге BestChange вы найдете огромное количество различных направлений, которые вам наверняка подойдут. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем видеообзоре. Благодарю вас за просмотр этого видео до конца, и если оно вам понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А если у вас остались какие-то вопросы или есть предложения, то напишите об этом в комментариях к этому видео.